Гуси, вы куда убежали? Кошку, небось, увидали. Я ее не вижу, они ее очень хорошо видят, эту кошку. Так, у меня курица вон, красотка, бегает. Надо ее поймать. Черненькая. Но я пока отсюда не ухожу далеко. Воду включила. Включила воду, чтобы набрать воды. Ой, покормила сейчас буквально всех. Так, мне надо кружку взять, яйца собрать. У меня сегодня задница моя в мыле, что называется. Ой, боже мой. Ну, сейчас у меня вот 10 минут буквально на все про все. Вот здесь вот сделать все свои дела. У птичек покормить, покормила. Вот, всем все дала. Воду наливаю. У кур молодок, я смотрю, что вода есть, как бы есть у них водичка там. Единственное, надо яйца собрать. И у старушек, и у молодушек. Вот эту курицу мне надо обязательно споймать. Вот она бегает. Будет холодная. Че выпрыгнула? Ну вот ее ловить надо двумя руками ловить. Так, иду я за кружкой. Тихо, тихо, тихо. Такие пугливые. Куда там? Водичку наливаю. Меня не было дома. Прибежала. А здесь вода прямо на донышке у гусей. У остальных, смотрю, вода есть. Так что, ну, я вовремя пришла, в принципе. Без воды гуси не сидели. Уже заканчивалось. Но тут я пришла. Вот, наливаем воду. Иду выключать. Я взяла ведро, бегу. Надо побыстречку собрать. На меня сегодня оставили малого. Егорка. Нянькаться. На целый день. Вот рано утром мне его привезли. И поздно вечером заберут. Егорка маленький, внучок мой. Он еще ходить не может. Но он ползает прекрасно. За ним нужен глаз да глаз. Одного его не оставишь. Он везде залазит. Ему все интересно. И я возле него постоянно и нахожусь. С ним особо ничего, повторюсь, не сделаешь. Никаких дел. Вот думаю, как я раньше справлялась, когда мои дети были маленькие. Ну как я справлялась, а? И жрать готовила, и убиралась, стиралась. Причем стиральной машины у меня не было. Я стирала вручную. 10 лет я стирала вручную. Вот как мы поженились с моим Сережкой. 10 лет я стирала вручную. У нас даже не было простой стиральной машины. Вот так, представляете? Потом только спустя 10 лет приобрели. Вот так стирала. Так, иду я дальше, да? С яйцами. Главное их не разбить. Так, ну вот. Мне Егорку-то привели. Я с ним нянькаюсь. А мне надо было сегодня идти к стоматологу. Так, друзья, давайте посчитаем, сколько мои куры-молодки снесли. Так, 4, 4, 8. 8 яиц. Вот так курочки-молодки снесли. Идемте в курятник. Курочкам-старушкам. Вот, все кушают, все. Все мои хорошие кушают. Да, да, да. Сейчас я у вас по-быстрому соберу, девочки мои. Так, я вижу здесь 3 и там 5, 8. Курочка, ты хочешь снести или что? Так, собираю. Тоже 8. Но у кур-старушек намного крупнее яйца, конечно. Так, не клюнь мне тут, не клюнь. Давай, давай, лезешь. Чего ты сюда лезешь? Так, сейчас еще здесь соберу и бегу дальше. Мне сегодня надо было к стоматологу бежать. И я прямо думала, ну что делать, а? Как быть? И отказываться не хочется на сегодняшний день, потому что уже была записана
И я уже так, по-быстрячку, пока Григорка спал, я попросила уже свою маму, то есть постарше бабушку, за ним приглянуть. Ой, ну она, понимаете, она не шарит, скажем так, в технике, то есть в коляске, в которой Егор находился. То есть коляску надо разложить, а потом сложить. Смесь надо сварить, дать покушать. Или с ложечки покормить. В общем, для нее это все как бы сложновато. Потому что давно она этим занималась. Давно она детей вырастила. Вот, нянькалась, конечно, с внуками. Но это уже для нее правнучек. Ну, она, конечно, с ним справилась. Я оставила. Меня не было буквально полтора часа. Так, я это ведро сейчас отнесу, чтобы его не разбить. У меня не было полтора часа. Вы не представляете, какой стресс я испытала. Так, вот сюда я ставлю. Что я испытала? Вы не представляете. Звоню один раз, звоню второй раз, третий, не отвечаю. Да что ж это такое, думаю, ну, уже мысли разные, стараюсь от себя вот эти страшные мысли, плохие, просто от себя отгонять, думать о хорошем. Думаю, господи, сын оставил на меня ребенка, а я оставила на свою маму, понимаете, этого ребенка. Ой, я думаю, хоть бы все было хорошо. Переживала. Ну, вдруг, мало ли что, случилось с мамой, может, ей плохо или еще что. Короче, ну, не отвечает и все. Боже мой, я уже бегом сюда. Ой, у меня сердце, думала, из груди вылетит. Ну, слава богу, все хорошо. Вот так. В таких ситуациях накручиваю больше себя, чем надо. Ой, все хорошо, я пришла, как раз Егорка просыпался уже. Вот. Я тут быстро бутылочку смеси сделала, в общем, покормила. И вот сейчас я с мамой его оставила буквально. Говорю, давай еще 15 минут где-то с ним посиди. Ну ничего, мама, смотрю, уже освоилась. Колясочку по двору катает. Все хорошо. У мамы тоже мои проблемы со здоровьем. И в возрасте уже. Поэтому я и переживала. Смотрю, не отвечает. Да что ж такое, думаю. Думаю, может быть, малый плакал, знаете, а она не может от него отойти. А просто оказалось, что она выходила во двор. Говорит, что я в туалет не могу сходить. Говорю, господи, можешь. Ну, блин, я звонила столько раз, а ты не ответила. Говорит, то кастрюлю с кашей надо было вынести. В общем, надо было ей выйти несколько раз во двор. Ее не было в доме на тот момент, как я звонила. Слушайте, кукарекает. Слышно, как не дает. Не дает. Другой Петька. Кукарекает элементарно не дает. Молодцы. 8 яичек. Молодушки. 8 яичек. Старушечки, молодцы, курочки. А я, походу, еще 2 десятка в городе уже была. 2 десятка яиц тоже отнесла сестре двоюродной. Ее не было на месте, на рабочем. Но она может отлучаться. У нее там есть реализатор. Она может в любое время отойти, когда ей удобно. Она же хозяйка там. Вот. Оставила 2 десятка. Некуда было ждать. И по-быстрому на ходу в маршрутку села и вперед. Боже мой. Ой, все хорошо. Слава Богу, все хорошо. Господи. Ой, смотрю же за клубникой. Досадила Люба еще участочек. Подлиннее сделала. Смотрите, что она придумала.
сунула вот такие вот ветки, прутья сделала типа заборчика. Ну, что я могу сказать? Гуси тут все равно побывали. Потому что я смотрю. Сейчас я покажу. Где-то... А, вот. Вот он. Корешок на поверхности. И вот эти две последние лунки вот здесь вот. Нету ничего, видите? И вторая лунка тоже. Вот так. Любим труды. Надо будет что-то придумывать. Ну, сегодня я не могла этим заниматься. И не сделаю я сегодня ничего. Только так вот поглядываю. Я особо здесь долго не нахожусь. Пришла, покормила и ушла. И сейчас уже иду. Да, да, да. Ну, вот так. С внуком тоже надо посидеть, что... Не каждый день я с ним сижу, но вот оставляют, когда надо детям. На целый день, когда на полдня. Ну, сегодня вот на целый день. Егорка, он же любит... Ну, тух не дает слова сказать. Как ребенок. Везде залезть, там, где нельзя, везде залезет. Поэтому надо за ним смотреть. И в рот все тянет. Вот это вот хуже всего для меня. Я, конечно, стараюсь перед его приходом еще раз пропылесосить, чтобы не было ничего на полу. Вот любую капелюшечку. Что-то там найдет и в рот сует. Надо же попробовать. Ну, вот так. Вот в этом заключается моя работа. Уследить, проследить за внучком своим. Так, мне надо эту курицу поймать. Как ее споймать? Вот как? О, еще и так текает, а? А гуси боятся эту курицу. Курочка, давай. Давай я тебя споймаю. Получится или нет? Нет. Не получится. Может, дверцу открыть? Сейчас я попробую открыть дверцу. Просто я дверцу открою... Пойдут другие. Давай, я открыла дверцу. Иди. Давай, 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 давай. Давай, так, направо. Дурная. Он побежала туда, видите? И шо, кому я тут калитку открыла? Ой. Вот так. Ну, мне надо ее споймать, что она мне тут будет бегать. Так, курицу я благополучно споймала. Все. Курицу вернула в курятник. Все, здесь тишина, спокойствие. Все, все накормлены, сыты, довольны. Водичка есть. Все, хорошо. Все, порядок. Яйца собрала. Ого-го. Раскричались. Вон там летают птички. Раскричались. Кстати, по поводу клубники. Были комментарии, что я поздно сажаю клубнику. Ничего не поздно, друзья. Смотря в каком регионе мы проживаем, правильно? У нас теплый климат. У нас жарища. Вон, ходим еще раздетые. По утрам, правда, по ночам сейчас холодно. Да, днем жара. Поэтому и сажаем. Так что, как можем, так и действуем. Действуем по обстоятельствам. Еще впереди чеснок, посадка чеснока. Но чеснок я буду сажать в ноябре. Ну, в конце октября точно. А если не в конце октября, то в ноябре. Ну, вот так. Не раньше, потому что чеснок начнет прорастать по такой теплоте. А зачем? Нам этого не надо. Уточка, которая сидит на яйцах, он вышла из гнезда. Вот она, коричневенькая. Покушать решила. Водички попить. Так, ну все. Бегу я, друзья. Все хорошо. Всех покормила, напоила.
вам показала. Бегу дальше нянькать своего внука. Вам всем спасибо за просмотр. Всем пока. Так, Маруська нас дожидается. Да, Маруська? Маруся, ты нас ждешь? Да, моя ты хорошая.